Доброе утро. С утра пораньше, вот что я смотрю здесь по новостям. Только проснулась я. Сейчас собираюсь, поедем скоро в школу. Так что начинаем наш день. Ну что, я оделась, я готова покорять мир. Пошла будить Кэтрин. И расталкивать ее, чтобы она вставала, и мы уже должны ехать. Наше первое место назначения – это школа. Не успели мы сегодня позавтракать, поэтому приехали в Starbucks. Сейчас быстренько я кофе выпью, Кэтрин съест свои яйца. Сэндвич с яйцами. Идем, начинаем день. Кэтрин спит, еще идет. Старая засранка, даже не дотерпела, как я дверь открыла. Села возле выход. Сегодня на улице у нас опять классно так. Нет никакого, как сказать, ни жарко, ни холодно, ни дождя нет. Прикольно. Вчера смотрела видео одного очень популярного блогера, и ему либо письмо написал кто-то, или знакомая там ему рассказывала. В общем, какой-то мальчик 12 лет, и он снимает блоги, тоже снимает блоги каждый день, также и своей жизни, и школы, и все такое. И он типа говорит ему, что над ним смеются одноклассники в школе и все такое. И вот он говорит, что меня-то настолько, говорит, выбесило вообще. Это уже не первый раз, когда маленькие дети, они делают то, что им нравится. Кто-то снимает видео, кто-то играет в видеоигры. А какие-то люди тебя критикуют в том, что тебе нравится делать. И он показал такую схему, типа, сегодня они тебя критикуют, они над тобой смеются, что ты ходишь, снимаешь видео с этой камерой, как придурок, как больной. А через какой-то промежуток времени, когда ты будешь, если ты будешь продолжать то, что тебе нравится, то, что ты делаешь, ты обязательно добьешься успеха. Они будут хотеть быть похожими на тебя. Они будут твоими фанатами. Вот так вот. И мне почему-то так напомнило меня, когда я схожу с камерами, со своим телефоном или с камером снимая, на меня смотрит, значит, как на больного человека. То есть на самом деле очень часто я себя чувствую настолько неуютно, настолько некомфортно, ходя с камерой и снимая. Я бы могла снимать еще намного больше, еще намного интереснее, если бы вот во мне не было вот этого стеснения или еще что-то, не знаю. Я, в общем, буду пытаться больше раскрываться, больше снимать и абсолютно игнорировать людишек всяких разных, которые ходят, тебя тыкают пальцем и смеются. О, вот она больная, ходит, сама себя камера снимает. Вот так вот. Абсолютно мне без разницы, что они думают. Я себя на камеру снимаю, а вы там еще что-то делаете. Мне нравится снимать, мне нравится показывать это вам, и мне нравится общаться с вами. Это мой выбор, да? Так что как-то так. Мне просто это вот, я вчера, когда увидела это видео, мне сразу же напомнило, когда мы ходили на свадьбу, и один там чувак сказал: о, ты что, сама с собой разговариваешь, такой с насмешкой, с такой, типа, подковыринкой. Смейся, сегодня ты смеешься. А смеется тот, кто смеется последним, правильно? Я буду делать то, что мне нравится, и ты мне не помешаешь своими насмешками, там еще что-то. Вот так вот. Так что я продолжаю снимать. И снова я за рулем.
уже другой машины только, вот. Вот так и жизнь у нас кипит. Вечно куда-то ездишь, вечно куда-то спешишь, вечно за рулем. А как же хочется жить в каком-то городке, где не нужно ездить на машине, где можно просто выйти, пойти и прогуляться по городу и посмотреть на красоту, которая там есть, всякие разные здания, всякие разные там, не знаю, еще что-то. Здесь же ничего же у нас такого нету, совершенно некуда выйти, совершенно не на что посмотреть. Одни дороги пустые, машины. Все дороги там все перекрыли, и там стоишь в пробке, не знаю, добираешься до дома 15 минут, сейчас добираешься до дома 45 минут. Вот, поэтому я сейчас с объездными путями еду через Холливуд, другой мост, короче. Я вас еще ни разу не возила. Сейчас мы с вами поедем на мост, на другой, там тоже так сейчас будет красиво очень. Самое главное, нет пробок. Мы из школы до сих пор едем. Здесь Hollywood Circle. Здесь парк. Какой-то музей внутри. Очень, видите, как красиво, классно сделали. Ну, единственный минус, здесь народа очень мало, то есть все бизнесы, которые вокруг, видите, все забито дощечками, все бизнесы, а вот бизнес все закрыты, потому что здесь очень мало живет народа, я так понимаю, это правильно, поэтому не выживают люди, в общем, ресторанчики всякие здесь были раньше, какие-то клубы, еще что-то, все закрылось, в общем. Объездными путями заезжаем сюда. Сейчас поедем в сторону моста. Очень красивый там будет. И сразу же с моста выйдем прямо возле квартиры. Не нужно будет. Все эти пробки, в общем, я объехала, только что сделала себе жизнь проще, скажем так. Очень классно. Смотрите здесь. Едем и сейчас выезжаем на Hollywood, где Hollywood Boardwalk. Мне нравится вот эта улочка. Здесь такие красивые домики по бокам. Минус этой улочки, несмотря на то, что здесь домики красивые, здесь, когда вода высоко поднимается, здесь все под водой абсолютно, потому что за этими домиками там с другой стороны тоже вода у них находится. А так, посмотрите, как красиво. Проехал молодой человек, местная достопримечательность, мы его не успели заснять, к сожалению. Этот чувак, кто здесь был, они его все видели, я думаю, все люди местные достопримечательности. У него, короче, велосипед переделан в корабль, и он его постоянно украшает. Если это Новый год, то он украшает в стиле Рождества Нового года. Сейчас у него просто обычный, то есть он сам его смастерил. И он постоянно здесь, где-то, не знаю, в этом районе живет, он постоянно здесь на нем гоняет. Все, мы сейчас с вами заезжаем на мост, который идет прямо на Hollywood Beach. И потом выезжаем, и квартира прям будет там. Сэкономили время, смотрите, как классно.
сих пор едем, и эта фигня уже звенит, закрывается. Рейсы, какая-то лодка большая едет, видимо. Вот, пожалуйста, мы с вами объехали все пробки и выехали прямо по чистой квартире. Сейчас вы даже видите воду, которая находится сбоку. Красота, да и только. Вчера, когда мы ехали по этим пробкам, там не только была одна линия, одна полоса, где можно было ехать, плюс еще на этой же, на одной единственной полосе случилась авария, и там 4 машины друг друга врезались, вообще перекрыли все, нужно было вообще все объезжать. Поэтому я решила и с утра, и сегодня, и вечером мы решили просто вот так вот поехать, знаете, сразу же объездными путями, чем стоять в пробке и материться. Так вот. Кэтрин пришел ее подарок. Сейчас Don't она say it. Открывает сюрприз, который бутылочку я заказывала. Вот она пришла. Но она не знает, что там находится внутри. Сейчас мы смотреть. What is that? This. Some of it is someone else's. Ah, okay, so you can give me back then if you no. don't. Same like your phone. Look. You match your phone. And this bottle keeps water cold inside. Do you like it? Mm-hmm. Do you like the color? You're matching your phone. You don't like it? Yeah. Так, открываем вторую посылку. Это здесь пришли подарочки для девчонок из нашей игры, кто участвовал в конкурсах. Вот такие маленькие сюрпризики в этой игре для них подготовила. Бутылка вообще. Классно, мне нравится. Говорю, я фанат такой вот. Сейчас покажем. Вот такие бутылочки пришли для наших девчонок. Wait, let me see everything first. Одна вот такая, это шейкеры для протеиновых коктейлей. Одна вот такая вот с донатсом. Два, вернее, с донатсом. Два вот с такими мороженками. What else? Одна вот такая с пиццей. И один шейкер, вот он вот такой простой. Он, мне кажется, шел в подарок или за $5 всего. Да, он был за $5, а эти стоят $9.99. А вот это мне пришло, это мне дали в подарок. Я не знаю, что такое. Это, в общем, протеиновые свои шейки туда складывать. Это мне в подарок пришло такое. Это я не заказывала. You don't drink protein shakes. Why need this cup for? Let me see. Вот, с айскрим. Вот такие вот прикольные штучки. Добрались до дома, я решила сесть на свой байк. И сейчас открываю. Представляете, я давно не пользовалась такой степени, что мне пишут, ваш, типа, subscription закончился. То есть... вот эти программы все, которые здесь на этом байке есть, нужно платить либо $39 в месяц и пользоваться любыми классами, которыми захотите, или предоплату там за целый год, что будет дешевле. Вот, когда мы покупали байк, когда мне подарили его на Крисмас в прошлом году, то мы сразу же предоплату делали на год. И все, закончился этот год, я даже не забыла совершенно. Вот, сейчас пытаюсь разобраться, как сделать с оплатой, в общем... пока ничего не разобралась, и я нашла здесь опции, можно бесплатно выбрать класс, просто пробный класс, пробные уроки, вот я сейчас его хочу сделать. Либо просто сесть на велосипед без преподавателя, без всего, просто Just Ride называется, тебе будет показывать, сколько там километров проехала и все такое. Это всегда бесплатно. В общем, пока вот так вот. И сейчас, знаете, что хочу сделать? Хочу выпить свой pre-workout. Потому что после того, как я сейчас 45 минут проеду на байке, у меня в планах расчистка... Да, кстати, мусор до сих пор со вчерашнего дня стоит. Расчистка шкафа на сегодня у меня по плану, поэтому мне нужна будет энергия 100%. Вот, поэтому я сейчас буду пить свой pre-workout. Потом я сажусь на байк. Новая чашечка пришла. И потом буду делать уборку. Вот так вот. Потом уже вам все покажу, что было, что и как.
своем велике. 45 минут у меня кардио, а после расчистка шкафа. Еще и камера не снимала, да? Батарейка села на часах через 15 минут, как я начала заниматься. И теперь я не вижу, сколько калорий сожгла, сколько у меня сердце как бьется. Но это не важно, потому что я вижу калории здесь, остальное не вижу. Но и нормально. У меня последние 5 минут тренировки. У меня как всегда, знаешь, начну тренировку, минут 15 проходит, я думаю, все, меня достала эта тренировка, я хочу все бросить. Потом начинаю разговоры сама с собой. Нет, ты ничего не бросишь, нет, ты доведешь до конца. Начатое нужно всегда давать до конца. В общем, сейчас уже осталось 5 минут. У меня опять, ладно, сейчас закончу, пусть чуть всего 5 минут. Потом думаю, ты уже 40 минут проехала, тебе осталось каких-то всего лишь 5 минут. Добей до конца. То же самое, мне кажется, в жизни. Нужно дойти все до конца. Фу, я все опотела, вообще не знаю кто. Сожгла немного, всего лишь 215 калорий, потому что я не делала так сильный такой этот резистанс, как она просила. Она говорит там, сколько должна быть скорость и все такое. Я сильно не делала, потому что, ну, не хотела напрягаться, честно скажу. Вот, потому что завтра у меня утром будет тренировка, завтра утром буду хорошо напрягаться, вот. Но я хорошо пропотела, день удался, а теперь я буду переходить к своей тренировке по расчищению вот этого клозета.